Так, утро третьего дня, 9:58, что у нас пятница, 16 августа. Я палаточку свою убрал, освободил место, жду друзей, товарищей, сейчас должны приехать. И тогда мы вместе поплывем на каяках по одной из красивейших рек Латвии, по Гауе, да, по верхнему течению. А палаточку я принес свою вот сюда, среди цветов. Лишний раз потренировался в установке, устанавливается она легко. Носочки постирал и вещи положил вот сюда. Здесь такая, ну тут для инвентаря как бы такая беседочка. Но мне вот эти беседки нравятся наши, латышские, у которых свес такой, ну, гораздо больше, видите. То есть и тень, и от дождя хорошо защищает. Вот все свои вещи здесь расположил. Здесь есть плита даже, друзья мои. Чайник, электричество. Дела. А я буду сидеть в кресле. Буду сидеть и наблюдать вечером, что происходит на поляне. Супер.